По меньшей мере 4 человека, в том числе 2 полицейских, погибли в понедельник в столице Демократической Республики Конго Киншасе в ходе столкновений между силами правопорядка и противниками действующего президента страны Жозефа Кабилы. Еще около 10 человек получили ранения. Беспорядки произошли сразу в нескольких районах города. Группы молодых людей, численность которых достигала нескольких сотен человек, забрасывали полицейских камнями. Те в ответ использовали слезоточивый газ. Протестующие выступают против реформы избирательной системы, которая позволяет отложить президентские выборы, назначенные на 2016 год. Ранее Нижняя палата парламента одобрила законопроект, позволяющий отсрочить отставку Кабилы, который находится у власти с 2001 года.